face in your face. Пацаны, ремонт автомобиля такая жесткая тема. Это просто вообще трэш. Это я же не просто меняю расходники. Я, пацаны, вообще делаю, я восстанавливаю автомобиль близкое к заводскому состоянию. Ну, близкое. Не скажу, что прям как заводское, но вот поближе к заводскому состоянию. Это замена всех резинок, то, что в машине есть, ну, по подвеске, вот, по крайней мере. Подушки, вот, движка, КПП, вот это вот все, замена. Вот. Потом чистка всех узлов. Чистка подвески, болгарка, щеткой на болгарке и покраска подвески. Чтобы не ржавело и вид имело, скажем так. Да вот так, да. Кто-то не любит это, тот это не любит, а я это люблю. Потому что потому. Вот так вот, ребята. Короче, я вам сниму обзор. Моя машина после ремонта, как я ее сделаю. Посмотрите, работа уже больше, чем 2 месяца уже работы. Ну как, 18 мая? Ой, 18 апреля, 18 мая, 18 июня. Уже скоро 3 месяца будет каждодневной работы над автомобилем. 3 месяца. Вот, через несколько дней. Это вам не просто так взять и взять, тупо поменять расходники и все поставить, как говорится. Просто так же снять, я не знаю, снять, например, задние барабаны, да, там еще барабаны и тормоза. Там же нужно все почистить болгарочкой, все до металла, всю грязь, все почистить, блин. Также барабаны нужно полностью почистить, потом их нужно покрасить. Вот, потом нужно подшипнички, колодочки новые, тросик ручника новые, сальнички новые. Это нужно все делать, ребята, заниматься. Трубки, цилиндрики тормозные новые. За исключением передних суппортов, потому что они дорогие, как бы, и там хорошие еще. Но ремкомплект уже установленный, все. Вот. Короче, это много-много уходит времени на это. И работы в основном до 20.00. Иногда до часа бывает ночи. Это вам не просто так. Потому что цель этого ремонта — сделать автомобиль на долгие годы. Это минимум 10 лет. Чтоб можно было ездить и только менять масло. И все. Вы, ребята, конечно, шустрые, без номеров-то ездить. Так вообще кайфово-то, да, на автомобиле. Вообще на камеры пофиг. Красава, красава. Тут как бы красавчики. Но надо соблюдать все равно правила дорожного движения. И не делать унижения. И оскорбления. А всего лишь соблюдать движение. И проявлять свое уважение другим участникам движения. Вот так вот, ребят. Как-то так. Почему? Да потому. Едем, пацаны. У нас здесь дорогу расширяют. Какого хрена тут ее расширяют, неизвестно. Но, однако, молодцы. Они работают, они сосут леденцы. Скажем так. Да, ребят, ведь когда-то я ездил вообще жестко. Ведь когда-то я мог просто вот сюда вот выехать и по встречке чух, всех их обогнать, прям еще там газу поддать. Но сейчас все кардинально поменялось. Вот. Сейчас я уже так не ездил. Потому что смысла нет, ребят. Ну, сколько ты сэкономишь? Ну, минут 10 максимум. До точки прибытия, скажем так. Да не больше 10 минут. Я тут как-то засекал, там парнишка поехал, короче, ну, это расстояние 30 километров с чем-то. Парнишка поехал на машине, он едет 130, ну, не больше, чем 130, 120, 130. А я ехал 250, там, 270. Вот. Я приехал, грубо говоря, 5 минут подождал, да, вот, там встретились, один сигарету искурил, всю, одну.
Вот. Не я, а другой, короче, сигарету искурил. Вот это где-то 5 минут. И тот подъехал. Да, ребята, 5 минут, блин, сэкономил и все. Как бы вообще, то есть, ну, риски, понимаете, да? Несопоставимые. 5 минут и вот так вот рисковать из-за, грубо говоря, всего лишь из-за 5 минут. Да вообще смысла нету. Опа-на! Это кайф-кайф-кайф-кайф-кайф-кайф! Это кайф-кайф-кайф-кайф-кайф-кайф! Очень жестко, пацаны! Я угораю от этой песни! Вообще прям! Кадр прям, кадр! Делишки вообще! Мне вот интересно вообще, пацаны, как у вас делишки? Интересно, кто с какого города, вот, кто вообще откуда, с каких районов, вот. Я уже знаю несколько пацанов, кто откуда. Кто-то с Нижнего Новгорода, кто-то с Красноярска, кто-то с Краснодара, вот, кто-то с Москвы. Пишите, вот Ульяновск, кто-то с Ульяновска, кстати, да, кто-то с Новоульяновска, вот.